So your director just said that he was very happy working with the cameraman because he knows so much about movies and he's a director also. He let him a lot of freedom working with him. Did he gave you so much freedom working with him too, as actors? По моему ощущению была абсолютная свобода. Свобода, и я так со стороны, как Паша работает, как он предлагает, как они ищут вместе с Алексеем Попогребским. Был такой момент, когда они отходили, долго совещались, потом работали. Они предлагали, была такая сильная команда, коллектив и свобода. Я хотел сказать, что я уже второй фильм снимаюсь с Алексеем и с Павлом Костомаровым. И с Костомаровым их метод и способ работы совершенно удивительны тем, что они отталкиваются не только, или, по крайней мере, очень искусно это маскируют, что не только от своей как бы идеи и слепо ею следуют, а все-таки от ситуации, от личности, от какого-то живого момента, который происходит на съемочной площадке. И это сказывается, потому что нету никакой как бы, ну, схемы, что ли, которой слепо как бы, придерживаются, невзирая ни на что. Поэтому и все, мне кажется, и Павлу, и Алексею в этом смысле помогает. И природа, ну а уж мы с Григорием, я считаю, ну, вот, самое главное, что мы не подвели Алексея. Не подвели. It's not so come out. This is first. Примите самые горячие поздравления. Сергей Гаврилов, Европа Экспресс. И, наверное, принцип работы над фильмом, который позволил показать все эти непростые взаимоотношения между этими двумя героями, можно заносить смело в энциклопедию кино, потому что 3 месяца работы в таких непростых условиях, наверное, приблизили вас к этим героям и помогли вам вжиться в этот опыт. Спасибо. Спасибо. И на их разные фамилии, кроме одной, Алексей Попогребский. Она везде. Она везде. Okay, that's a question. Hello, I'm so happy. He didn't believe, I told him he was really great, but I'm happy also for Sergei and for you. Now, how do you feel? Я сейчас счастлив. Я счастлив, и ну, я не нахожу слов, чтобы говорить об этом спокойно. И снова здесь, на такой большой пресс-конференции. Сначала мы приходили, было одно, а теперь по другому поводу. В общем, это большой аванс, который дали мне все. И большое спасибо Алексею Попогребскому, который дал мне возможность работать с собой и дал свободу, о которой мы говорили. Большое спасибо Сергею Кипалец, который мне помогал как наставник, как друг, и который вне площадки был моим лучшим другом на Чукотке вместе с Алексеем Попогребскому. А я сейчас испытываю, знаете, вдруг этот вопрос, который нам сегодня уже задали раз на 20. И вдруг я сейчас нашелся очень оригинальный ответ. Я испытываю чувство гордости. Гордости за ребят, которые 3 месяца провели вместе с нами в этих достаточно сложных условиях. Гордость за тех ребят, которые сейчас все смотрят на нас в России. Все наши друзья, которые нам сейчас прислали смс-ки, там поздравляют, держат смайлики. 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 Да. Вот, и я испытываю сейчас, вот почему-то я понял, что у меня какое-то вот чувство гордости, как не знаю, я испытываю. Вот. Так. Спасибо. Спасибо. Thank you very much. Any more questions? If not, please applaud. I want to say, I want to add that it's